Безвыходных положений не существует в принципе. Согласно одной из легенд Зоны, именно это сказал Радшухов своим спутникам за несколько мгновений до того, как они замуровали его живьем у основания бетонного саркофага четвертого энергоблока. Он стал черным сталкером, духом Зоны, призраком, демоном для одних и ангелом для других. За ним быстро! Туда! Он побежал туда! Ща подстрелю! Блять, промазал! Целься лучше, идиот! Вон он! Руки за голову, быстро! 20 шагов вперед! Морды шпалы! Обойма, иди обойди его! Обложились, суки. Ха-х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 а
Нифига себе, пузырь. Вот, бля, попал. Стоять, сука! Внимание! Кровосос! Ah!
Не ушибся, старшой? Тогда кругом и 4 шага вперед. А может, лучше отсосешь? Автомат, быстро! Ибо нефиг на старшого залупаться. «07.32. Павел Кислый, Бойченко. Свалка, изнанка, 10.18Х. 07.26. Михаил Китаевич, Загребельный. Свалка, Кровосос. 10.019Х. 07.27. Петр Обойма, Шорник. Свалка, резаные раны шея. 10.018Z».
Я неторопливо поплел вдоль бывшей линии электропередачи в сторону Чернобыля-4, высматривая прячущиеся в траве мясорубки. Портсигар с артефактом бубной под курткой согревал мне грудь, и все вроде бы закончилось так, как и должно было закончиться. Однако я еще некоторое время ожидал выстрела в спину, и мне страшно хотелось оглянуться. Разумеется, никто в спину мне так и не выстрелил.